Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 июля. Святитель Василий, епископ Рязанский и Муромский. Память его празднуется церковью 10 июня и 3 июля. День кончины, 1295 год. 10 июня 1609 года в Рязани были обретены и перенесены в кафедральный Успенский собор святые мощи епископа Василия. Святитель Василий, первый рязанский чудотворец, упомянут в лаврентийской летописи и в древнем списке рязанских владык, числится четвертым. Василий II, умерший 1360-й, хиротонисан, сан епископа в 1356 году, святителем Алексеем, митрополитом московским, умершим в 1378 году. Древнее предание связывает со святым епископом Василием перенесение в Рязань чудотворного образа Муромской иконы Божьей Матери. Святитель Василий был сначала епископом Муромским. По наветам духа злобы горожане восстали против него, несправедливо обвинив в поступках, не подобающих архипастырю. Тогда святитель после продолжительной молитвы вышел к реке Оке, распростер на воде свою епископскую мантию и стал на нее, держа в руках образ Пресвятой Богородицы Муромской. Сильным ветром его понесло против течения, и через несколько часов он доплыл до Рязани, где был принят с почетом рязанским князем и народом. Еще при жизни святители Василия считали мужем праведным и благочестивым. Задолго до того, как в начале 17 века были открыты его мощи, рязанцы чтили его память и называли присным своим заступником в скорбех и напастях помощником. Чаще всего обращается к нему отправляющийся в путь, особенно по водам, веруя, что он спасет в пути. На суше от напасти, на водах от потопления. Около 1540 года была написана иноком Эразмом Ермолаем повесть о Василии, епископе Рязанском и Муромском. 19 июля. Святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский был из рода князей, которые во время татарского ига прославились как защитники христианской веры и отечества. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.